Марафон на сьомому каналі, присвячений Дню виборів, продовжується. Залишається менше 2 годин до закриття виборчих дільниць, тож встигніть, проголосуйте, є ще на це час. Гості цієї години – це депутати Одеської міської ради Вадим Терещук та Лілія Леонідова. Вітаю вас в нашій студії. Є питання до вас, телеглядачі, чи проголосували ви? Будь ласка, нам повідомляйте, нам цікава ваша думка. Давайте подивимося проміжні результати на цю годину. Отже, 85% тих, хто додзвонився, так, ні, 15, 726-3326, будь ласка, дзвоніть до нас, можете поставити запитання нашим гостям або ж висловитися з приводу теми марафону, день виборів, не треба агітації, не говоріть, за кого проголосували, але вашу думку ми дуже хочемо почути, тож 726-3326. Чи проголосували ви? Звісно, проголосували. Звісно. Чи були помічені порушення на виборчих дільницях? Там, где я голосовала? Uh-huh. Нет, не было. Людей не было, свободно. Uh-huh. А какая это была година? Ой, это было около 3 часов дня. Uh-huh. И людей не было? Не было, на uh-huh. моем участке не было. Там, где я голосовал, была ситуация, в которой девушка, которая проголосовала, она сфотографировала бюллетень. И это пометили, да? Это заметили, uh-huh. ее пытались задержать, она пыталась выйти, чтобы там как-то остаться без наказания, чтобы не зафиксировали это наказание. Но вот как раз это происходило. Но я видел, что уже там правоохранительные органы на месте, то есть они это контролируют. Кроме того, я проехался по своему избирательному округу. У меня 4 участка, и на которых я тоже посмотрел, что происходит. Меня там беспокоила информация о том, что на 11 часов, то есть если на всех участках было 10% проголосовавших, то вот в Киевском районе как-то очень странно, причем на нескольких сразу участках проголосовало, были такие участки, которых именно в 2 раза больше. Ни в одном другом городе, ни на других участках вот в городе Одессе такой ситуации не было. Что вот несколько участков сразу дали явку в 20% на 11 часов. С чем это будет, с чем это связано? Как это отразится на результатах? Почему это было? Объясняют, что, мол, мы, когда я задал вопрос, они говорят, мы, мол, приплюсовали количество проголосовавших по мажоритарным бюллетеням, сколько вы было, и приплюсовали... Подвоили. Подвоили. То есть они 2 бюллетеня сложили. Да, ну вот взяли это... Ну, я не знаю, но очень, очень для меня странная ситуация в том, что только в Киевском районе это происходит, и по нескольким участкам, вот несколько ошиблись так. Говорит, мы раньше не избирали. Говорю, подождите, были до этого выборы. Угу. Ой, ну, в общем... Ну, на самом деле, нарушений очень много. Я целый день смотрю все стримы всех там, журналистов, активных людей, даже просто людей, которые пришли и заметили какие-то нарушения. Вот то, что, о чем говорил Вадим, вот фотографирование бюллетеней, это присуще в большей степени Приморскому району. И мы понимаем, почему. Потому что там студенты, которых обязали, и они должны прийти с фотофиксацией, чтобы получить экзамен и зачет, или что там в июне месяце. То есть вот именно это нарушение фиксируется больше всего в Приморском районе. У нас есть дзвіночок глядача, потом еще про порушення поговоримо. Вітаємо вас, добрий вечір. Як вас звати? Вітаємо, кажіть, ми вас хочемо почути. Я не знаю, это вы со мной говорите? На жаль, втратили дзвіночок. Будь ласка, перетелефонуйте 726-3326. Про порушення селфі з бюлетенем або просто фіксація свого вибору. Селфі з бюлетенем, якщо він сложен, тобто якщо він не дає можливості увидіти. Це нормально. То есть мы видим, что это сегодня такая у нас селфі-марафон, он проходит, и это каждые выборы люди показывают, кто-то плашечкой там в социальных сетях о том, что он это сделал, а кто-то вот такой вот фотографией, но вот селфи, которое с бюллетенем, либо фотография с бюллетенем, которое можно определить, за кого проголосовал mm-hmm. человек, может быть расценено как предвыборная агитация, то есть это тоже является прямым нарушением. Ну, на сегодняшний день вот, то, что я разложила по районам нашего города, больше всего в Малиновском районе нарушение это не вывесили кандидатов, предвыборчие программы.
Я знаю, что есть, ну, это не нарушение самой комиссии, самого участка, но я знаю, что некоторые фотографии кандидатов были испорчены, и мне кажется, что это преднамеренное, потому что подавались другие фотографии, и на самом деле то, что напечатали, оно говорит о том, что, мне кажется, что это преднамеренное такое занижение возможности кандидата выйти вперед. Самые большие в Приморском районе — это очереди студентов. Ну, там, это не нарушение, но, тем не менее, их подвозили. То, что я видела, есть агитация на участках. Еще я видела в Малиновском районе тоже присутствует агитация. Вот Киевский район, к сожалению или к счастью, меньше всего стримят и говорят о нарушениях. Но вот Вадим говорил, явное нарушение. Да, так, которое... А чи були агітаційні матеріали? Ну, ви знаєте, то есть мы видим плакаты, то есть не плакаты, а бигборды, как минимум, так как зеленого цвета, так они присутствуют и белого цвета тоже, то есть которых можно предположить за какого кандидата. Так, все разумеют, да, что это значит. Да, что это значит, то есть это пытаются все-таки обойти каким-то образом требования закона, которые запрещают в день тишины, вчера и сегодня, какую-либо агитацию. Але была и прихована, и не прихована агитация, портреты мы бачили конкретно. И машины мы видели, и портреты мы видели, и листовки мы видели. Вы знаете, я еще анализировала все украинские какие-то нарушения, и вот то, что мне запомнилось очень сильно, того, чего я раньше не встречала в предвыборной гонке, это некоторые члены комиссии говорят, ну, особенно тем людям, которые там не сидят в интернете, ну, как правило, это пожилые люди, они говорят, что сейчас нужно ставить против какого кандидата ты хотел бы голосовать. Ну так. И, собственно, это сейчас президентских выборов. Да, вот это началось в президентских выборах, и, собственно, сейчас тоже зафиксированы такие случаи. По Одесской области самый вопиющий случай, на мой взгляд, это в Ананьеве, где нашли список людей, которых фиксировали, сколько денег они получили, и проголосовали ли они, и я так понимаю, еще сколько должны получить. То есть там вообще это уже заведен, уже в ЕРДР внесен этот случай, я так понимаю, что это уголовно наказуемо будет потом. Ну, вы знаете, вот как раз по поводу, вот у нас существуют нормы. Вот есть норма, всегда норма, вот нас так, во всяком случае, меня учили, в университете, который я заканчивал, что есть норма, она работает только тогда, когда есть санкция за ее невыполнение. Вот мы сколько фиксируем, ЕРДРы у нас заводят, мы постоянно читаем, там ЦВК объявила желтую карточку кандидату в депутаты. Скажите, кого сняли, так, кого сняли с предвыборной здесь гонки за нарушение? Соглашусь. Я показу. Не соглашусь, потому что ситуация меняется. Дайте я закончу. И нет у нас, не практически единичные у нас есть приговоры по подкупу, по другим нарушениям. Они единичные. Просто если взять масштабы, что происходит, какие нарушения происходят в стране, мы понимаем, практически нет ни одного округа, на котором нет нарушений по рекламе. Кто наказан? Наказана ли компания? Наказан ли кандидат, который Вадим, этим если занимался? Мы будем так рассуждать, то ничего не изменится. Я все-таки считаю, что вот именно вот сейчас наступит какой-то переломный момент. Я понимаю, что не всех привлекут к ответственности, не снимут, возможно, никого, хотя я уже перед эфиром высказала свое мнение, что мне кажется, что вот сейчас именно в парламентских выборах будет прецедент, когда в судебном порядке докажут нарушения и будут отозваны какие-то кандидаты. Мне кажется, это, возможно, мое субъективное мнение. Мое знание судебной системы говорит об обратном. Наша судебная система, она практически не реформирована. То есть мы только создали вот Верховный суд, да, практически вот то переаттестация судей, которая проходила, она практически провалена, все они переаттестованы, то есть все остались на своих местах, и судебная система, она остается, мы ее фактически унаследовали у предыдущих режимов. Ну, переаттестация продолжается, следующая переаттестация местных, это в октябре месяце, поэтому все впереди еще, я надеюсь все-таки на позитивные изменения, и в принципе, если ну, вот рассуждать с вашей позиции, то ничего не нужно делать, ничего не нужно фиксировать, все равно все понятно и так.
Нужно менять подход, нужно менять систему. Вот, собственно, сегодняшний марафон говорит о том, что мы... Ну, я смотрела практически всех ваших спикеров. Все говорят о нарушениях, все фиксируют на этом внимание. Те, кто не смотрит интернет, возможно, смотрит телевидение. И это тоже еще раз доказывает, что об этом нужно говорить, и люди с каждым разом будут все более осведомлены в тех или иных своих правах и нарушениях. Что касается... Количество нарушений по сравнению с президентскими выборами тоже зафиксировано, уже есть официальное уведомление, что их больше, чем в президентские выборы, хотя мы наблюдаем, что активность на выборах гораздо меньше. И сейчас, по-моему, вот только что я посмотрела, средняя посещаемость — это 32%, что... крайне мало на сьогоднішній день. Так, з даними на 15 годину було в середньому 30 чимось відсотків. Ми очікуємо на брифінг з ЦВК з оновленими даними щодо явки. До речі, було у нас включення з Нью-Йорку, і цікаво, можливо, ви чули побажання від виборців, які знаходяться на території США, більше не влаштовувати вибори влітку. На ваш погляд, цей фактор і спека, і неділя, і дачі, і відпустки, море, наскільки це вплинуло на явку выборцев все ж? Очень влияло. Конечно, это отпускной период. Мало того, что это у нас традиционно, знаете, у нас есть вот конец июля, начало августа, особенно начало августа, вот если бы они назначили на начало августа, была бы явка меньше еще. То есть это тот период, который люди традиционно хотят зарезервировать для отпуска, для отдыха. Кто-то уже купил, вы знаете, путевки заранее, и очень тяжело, наверное, где-то организовать. Не все настолько у нас ответственные, что могут организовать себе там, даже если по Украине они куда-то поехали к родственникам. С минутым месяцем, да, да. То есть это процедура, которая требует дополнительных усилий. И, конечно, это тоже каким-то образом там, какие-то проценты, которые заберет от той явки, которая могла бы быть. Ну, на самом деле, и студенты, кроме там, нескольких вузов, которым продлили сессию, они тоже уехали, а большая часть из них прописана в Одессе, в общежитиях, и это тоже дает свой... Ну, это помимо тех аспектов, которые озвучил коллега. Конечно, это повлияло. Но еще есть такой фактор, опять же, что чем меньше статус выборов, тем меньше посещаемость. То есть президентские самый большой статус, парламентские ниже, а на местные советы еще меньше всегда посещаемость. Это статистика, которая там за все годы независимости нашей страны, и, собственно, она подтверждается и в этот раз. Но я надеюсь, что сейчас вечер, и все-таки люди вернутся с моря, и до 8 часов успеют еще многие. Так, дійсно, прогнозувалося, що саме черги будуть о 19:55, нехай коли ще можна зайти до виборчої дільниці. Ну, палка о двух концах. То есть, если действительно будут очереди, и люди придут, это одно, а если этот прогноз связан только с тем, что перед закрытием дільниць будут какие-то махинации, это другое. То есть тут как раз тот пример, который говорит коллега о том, что уже на некоторых участках два раза больше посещаемость, она, возможно, и в данном случае. Да, я здесь согласен. Тем более мы знаем, как сформированы комиссии. Фактически в каждом у нас, в каждом районе города есть свои так, ну, лидеры гонок, которые сумели сформировать у некоторых даже большинство своих представителей в комиссиях. И вот особенно на этих округах очень возможны различные решения комиссий. Вот мы посмотрим результаты, какие результаты у нас выборов будут, и мы посмотрим, как дальше, как на это будут реагировать комиссии. Вот тогда все уже становится явным. Кто на кого работает, каким образом голосует в отношении признания действительных выборов и так далее. Ви знаєте, до вашого візиту у нас були спікери-журналісти. Так ось Леонід Штекель висловив таку думку, що майже не було політичної боротьби на цей раз. І була брудна кампанія, як зазвичай, дискредитація опонентів, але реальних дебатів ми не побачили. Яка ваша думка? Я видел в этот раз, но я там себя на странице призывал не голосовать за тех депутатов, которые не идут на дебаты. Традиционно лидеры мнений, то есть лидеры, которые занимают лидирующие позиции у себя на округе, они знают о том, что
о том, что за них и так голосует большинство депутатов, они стараются не идти на дебаты с аутсайдерами гонок, либо с теми, у кого значительно ниже рейтинг, потому что таким образом они, по сути, подтягивают свой личный рейтинг. Но действительно, эта кампания, которая проводилась, она была исключительно самая короткая. Наверное, для многих кандидатов за счет этого и она была дешевле, чем те предыдущие кампании, которые длились по полугода. То есть меньше работает штаб, все поставлены в одинаковую позицию. И вот как раз те депутаты или те кандидаты, которые заранее готовились и заранее и давно работали над своим избирательным округе, то есть они как раз имели предварительно стартовое преимущество перед любыми другими кандидатами. Ну, я скажу, что дебаты все-таки были. Может быть, они были не в том формате, в котором мы хотели бы их видеть. Но было и суспильное там телебачение у нас в Одесском регионе. Думская. Устраивала Думская. Вы тоже устраивали. Так, вы устраивали. То есть дебаты были. У вас был прожектор. Я смотрела, и просто это, знаете, это вот как раз это один из форматов дебатов, которые мне о многом сказали из кандидатов, которых я даже не знала. Але чи почули люди реальні кроки? Реальных программ нет. Я дебаты были, но не было конкуренции программ. Смотрите, на самом деле называть программами то, что представляют кандидаты на сегодняшний день, ну, мне кажется, не совсем верно. Это, скорее всего, там перечень лозунгов каких-то. То есть мы как раз, как и к дебатам, я думаю, что придем чуть позже, потому что те программы, которые на сегодняшний день представлены практически всеми кандидатами, мажоритарщиками, в частности, Одессы, я изучила, и назвать их программами в том виде, в котором там, вы понимаете, там, понимают там, политтехнологи и, собственно, люди, которые разбираются в этом, назвать сложно. Но, тем не менее, опять же, начало там таких вот мини-дебатов было положено. Я уверена, что на местных выборах их будет еще больше, и они будут более качественные. Но я хочу сказать, что я отслеживала дебаты не только в Одесском регионе. И хочу сказать, что я видела в Хмельницком дебаты между двумя кандидатами-мажоритарщиками на стадионе, достаточно живые, сильные, с таким, понятно, пока таким более популистским таким подтекстом, но тем не менее они были. И для меня это тоже был таким, ну, одним из плюсов, вот тем, что меняется, все меняется. А поставить питание можно было? Да, да. Можно было поставить вопрос, задать вопрос. Я еще раз повторюсь, это, опять же, не тот формат, который вот мы видим там в Америке или еще где-то там в Европе. Это немножко другой формат. Мы, конечно, не дотягиваем еще до этого. Но то, что это уже происходит, это, я считаю, большой плюс. Мы же понимаем, что сразу вот так вот все не случится. Но медленными шагами мы придем к цивилизованному и дебатам, и, собственно, выборам. Да, в отношении конкуренции программ, вот в отношении того, что депутаты не предоставляют свои программы, я хочу сказать, что вот как раз избиратель в этот раз, он голосует против программ тех, во многом против тех, которые уже избраны. То есть те люди, депутаты, которые у себя были избраны на предыдущую каденцию депутатами, они во многом, многие из них халатно относились к выполнению своей программы, писали программу, пытаясь понравиться каким-то наибольшим образом своему избирателю, не выполнили эту программу, и сейчас вот настроение, вот как раз и высокие рейтинги одной из политических сил, они как раз и обоснованы, что люди во многом голосуют против как раз вот таких кандидатов. А якщо брати мажоритарників, то чи не помітили ви тенденцію, що все ж голосують за старі, хай які не є, але, можливо, дещо перевірені прізвища? Ну, вы знаете, мне тяжело судить вот прямо так, да, массово, потому что мой круг общения и те люди, с которыми я общаюсь, они голосуют по другому принципу. И, собственно, вот как раз о том, о чем говорил Вадим. Общаясь на округе, они тоже говорят о том, что мы не знаем, кто идет от этой партии, но мы будем голосовать даже без знания фамилии именно от представителя партии. Ну, все понимают, за какой. Я не могу сказать, что вот лично у меня складывается впечатление, что люди готовы голосовать за старые имена. Угу. Да, ну однозначно сейчас запрос в обществе на новые лица. Угу. И этот запрос выполняется там многими партиями, как раз и они идут и в список новых лиц,
выполняя общественный запрос. И опять же, тоже могу повториться, что и там, с тем люди, избиратели, с которыми я общаюсь, там, они говорят, вот за старых мы не готовы голосовать, мы уже наелись, мы... Давайте дізнаємося думку глядача. З нами на прямому зв'язку. Давайте дізнаємося, хто, як вас звати. Вітаємо. Ви зі мною розмовляєте? Так, так, з вами вітаємо. Да. Як вас звати? Мене звати Ірина Олександровна. Я вже була на виборах. І мене дуже удивило... Да. Да. Меня зовут Ирина Александровна. Так. Да. Так, будь ласка, да. Кажите, Ирина Александровна. Значит, меня очень удивило, что мы, как нам объясняли, что мы должны выбирать... Да что ж такое? Так. Чуємо, кажіть. Так, будь ласка, кажіть, Ірина Олександровна. Да, що ми должны вибрати прем'єра, ми должны вибрати спікера, ми должны вибрати партію і ми должны вибрати місцевого депутата. Ірина Олександрівна, в чому ваше питання? Не чуємо. Якщо можна розцінити цей дзвіночок, хоче жіночка голосувати да, і за... Хоче, так, я правильно зрозуміла? Вона вважає, що люди, то громада вибирати, так? Вибирати не тільки депутата Верховної Ради, депутата місцевого совета, президента, але і прем'єра, спікера парламенту і так далі. Не знаю. Ну, я, може бути, вопрос, вибираємо ли ми зараз? Надо прояснить, кого же мы сейчас выбираем. Мы сейчас голосуем за наш парламент, то есть наш высший законодательный орган Украины, который состоит из 450 депутатов, половина из которых избирается на мажоритарных округах, то есть, значит, вы непосредственно голосуете за депутата, за фамилию депутата, и которые будут избраны по партийному списку, то есть список, он тоже опубликован. Надо вот если говорить... И тому два бюллетеня с политическими партиями и с конкретными призвищами. Да, и что говорить, если говорить о спикере, вот уже избранная Верховная Рада, она определяет, кто же будет спикером. Здесь Ирина Олександрівна хоче роз'яснити своє питання. Давайте почуємо. Ви в ефірі, будь ласка, відійдіть від телевізора, і ми вас слухаємо. Да. Значит, я вот это как раз и хотела спросить, то, что вот молодой человек рассказывает. Вот этот был вопрос. Я думала, что мы выбираем, а на самом деле это уже там назначают. А нам, ну вот так объяснили. Да, я тогда продолжу. Нет, можно? Я единственное хочу сказать, что на сегодняшний день уже, собственно, в сети обсуждают и представителя, и премьер-министра, и представителя спикера. Если сейчас «Слуга народа» наберет там больше... Не называемая партия. Да, не называем. То есть большинство наберет, одна партия больше 50% от тех, кто пришли на выборы, то, соответственно, и премьер-министр... И спикер парламента будет назначаться из этой партии. То есть ей не будет необходимости формировать так называемую коалицию. Что значит коалицию? Договариваться с представителями других партий о том, чтобы они набрали вот это необходимое большинство в парламенте, которое смогло бы проголосовать за состав правительства, вот частью которого является премьер-министр, о котором был второй вопрос. Уже, вот опять же, этот наш высший законодательный орган, он формирует по представлению там, президента, он формирует уже и, ну, то есть, премьера там у нас... Президент подает, то есть он формирует уже состав правительства. Ну, на сегодняшний день все идет к тому, что он будет сформирован именно... На вашу думку, это добре чи погано?
Така, можливо, певно, ну, одноосібність, так, власть, така, да. Монополія. Ну, здесь, понимаете, все зависит от политики, которую будет продвигать и, собственно, президент, и пропрезидентское большинство в парламенте. То есть, если они будут здравы, и, собственно, это позволит изменить ситуацию в стране, ту, которую ждут люди, то ничего в этом плохого нет. Но, с другой стороны, узурпация власти и одна такое... так однотипное, да, предложение и выдвижение законов и так далее, она может привести и к обратному результату. Ну, вы знаете, мне кажется, не стоит этого бояться. У нас уже были попытки узурпации власти. И Украина уже, на мой взгляд, выработала иммунитет. То есть такие узурпаторы, они быстро, мы быстро ставили несколько раз на место подобные попытки таким образом захватить полностью власть. Угу. И, но я все же считаю, что, ну, на мой взгляд, не удастся одной партии полностью формировать коалицию. То есть все равно будет, они будут вынуждены кого-то приглашать в союзники. То есть покажет уже нам недолго осталось ждать до конкретных результатов, ответов на эти вопросы. Ну, вот время покажет буквально в течение нескольких. Порівняльна табличка выборов до Верховной Рады, яка была выборы в 2014 році, и зараз, станом на 16 годину, давайте подивимося, Одеська область, активність у 2014 році була 29,56%. Зараз, в 2019-му, вже 33,28%. Тобто, більше навіть, а в 14-му, здається, восени були вибори, не згадаю. Чи... Були осінні вибори. Тобто, все ж, якщо брати в порівняно, то явка нормальна. Ну і міняється отношення людей. Молодежі більше, як ви не говорили, молодежі, процент молодежі, який зараз приймає участь в виборному процесі, він гораздо вище, ніж був даже на прошлых местных выборах. То есть сейчас молодежь включается в процесс, молодежь интересуется. Это стає трендом, так? Да. Те, про що ми говорили, да. У Фейсбуці викласти своє фото, ну, з закритим бюлетенем, да, без результату, або, наприклад, на фоні виборчої дільниці з позначкою «Я проголосував». Це, ну, це модно, я вирішую долю своєї країни. Так, да, дійсно, ми намагаємося, не давайте можливість комусь рішати за вас. Пойдите, голос важен. И несмотря на это, то, что в этот раз кампании, вот такой, знаете, вот очень часто проводятся специальные кампании, которые призваны мотивировать избирателя пойти на избирательные участки. В этот раз она не проводилась. Тем не менее, мы видим позитивные тренды. И, наверное, вот в чем-то социальные сети, как проводник информации о том, что происходит в стране, как, что у нас происходит на политической арене, может, вот в этом случае они сыграли позитивную роль. Лілія, ми маємо вас відпустити. Добре, дякуємо за те, що долучилися до марафону. Залишаємося з депутатом Одеської міської ради Вадимом Терещуком. Нагадаю, телефончик 726-3326. Будь ласка, дзвоніть, висловлюйте свою думку. І, до речі, ще у вас трохи більше години залишилося для того, щоб пройти і до виборчої дільниці, і все ж проголосувати. Це дуже важливо. Хочу ще вас запитатися вашої думки стосовно такого неприємного факту, але ж кількість повідомлень про замінування в Одеській області, зокрема, вона як ніколи висока в цей виборчий день. Чому так? Що можна, ну, що намагаються приховати? Все дуже просто. Угу. Чому відбувається замінування? От чому відбувається замінування в судах? Йде слухання, і це один із способів сделать так, чтобы решение в этот день не выносилось. То есть повлиять как-то на ход процесса. В этом случае мы имеем дело с избирательным процессом. Мы говорим о том, что избирательный участок заминирован, то есть люди не могут прийти туда и проголосовать. Почему это делается? Кому это интересно, можно очень легко выяснить. То есть люди понимают, что по предварительному изучению общественного мнения, там выигрывает на этом участке определенный кандидат. Его противники пытаются сделать так,
чтобы не все люди пришли проголосовали. Кто-то увидел, так, подождите, приехали, там проверяют о том, что заминирован. Больше не приедет, да? То есть на час-полтора необходимо, необходимо остановить работу этого участка. Голосовать нельзя. Сейчас один кто-то вернется, а кто-то не вернется. И это один из способов влияния на результат выборов. Чи можна з цим боротися? Адже, ну, знаємо, що хвиля замінування, вона продовжується, і різні об'єкти соціальні, будь-які. Ви знаєте, от одна проблема, от що з вибором. Вибори проходять один день. А от всі процеси, які зв'язані з розслідуванням, з прийняттям рішення, вони займають гораздо більше часу. І, крім того, найважливіше, мабуть, вони відбуваються потім. Тобто, от зараз задача добиться результата, а уже потом кого-то найдут, накажут еще. Все, как у нас говорят, победителей не судят. И у нас эта победа любой ценой, вот это наша такая, знаете, это на уровне менталитета. Они, вот win-lose стратегия, то, что называют, вот победить любой ценой, победителя не судят. Это, и пытаются добиться этой победы, несмотря ни на что. Тем паче на покарання, ну, и на то, что найдут винных. И я, как я вам говорил, к сожалению, статистика вот раз уголовного преследования лиц, которые нарушили избирательное законодательство, она как раз в пользу вот этих лиц, которые нарушают законодательство. Она как раз и дает возможность. Вот законопослушный человек, он и так соблюдает требования закона. Но вот те, которые понимают, что все равно ответственности не будет, они легко идут на такие вот нарушения. Повертаючись до питання передвиборчих програм, на вашу думку, як часто їх все ж читають? Перше питання. А друге, яким чином треба змінити їх формат, щоб їх читали більше? Вы знаете, первое, их не читают не часто. Почему? Потому что их не выполняют. Вот когда мы, как избиратели, будем более требовательно относиться к партиям и в отношении выполнения их программ, тогда они будут более внимательно относиться к их написанию. То есть на сегодняшний день, если посмотреть вот партии, они, программы ничем от другого не отличаются. Все нам обещают богатое, счастливое будущее, и причем как можно быстрее. Но вот пока мы верим, пока мы не разделяем о том, что эти люди, скорее всего, то, что они обещают, это манна небесная, которая не произойдет, а вот это реальные обещания, и эти люди, ответственно, относятся к ее выполнению. Как выборцы могут показать свою вымогливость? Голосуя. Вот как раз вот сейчас, сегодня тот день, когда они могут это продемонстрировать. Щодо формату, чи є якийсь такий, щоб передвиборчі програми не зводилися, як казала Лілія, до лозунгів просто, так? А так, щоб було, вони відрізнялися один від одного і там по позиціям розписані. Ви знаєте, от є неплохой сервіс, яким я сам використовувався для того, щоб перевірити свої збирательні симпатії. Так, я теж їм скористалася. Да, це називається iVote. Дуже зручно, да, так. І в котором указаны критерии. То есть, как партия, такие ключевые вопросы. Как партия относится, например, к вступлению Украины в ЕС, вступлению Украины в НАТО? Как партия относится к тому, чтобы был введен у нас все-таки в конце концов свободный продаж земель сельскохозяйственного назначения? И если бы у нас вот такой, может быть, опросник существовал в качестве обязательного при составлении программ, тогда, может быть, вот было бы легче определяться с выбором. Но вот уже существует электронный сервис, и каждый может им воспользоваться. Так, дійсно, але питання, чи велика категорія людей, ну, скажімо, пенсійного віку, чи вони дійдуть до цього електронного сервісу у пошуку, так, як там, за ноутбуком, за комп'ютером, чи розповідають про це онуки? Ну, ви знаєте, як мінімум, якщо б був такий опросник, який в доступному порядку об'ясняв би людям, за що ж, за які ж цінності виступає та чи інша партія, с одной стороны, это бы их больше партий привязывало к этому именно пути, который они избрали. С другой стороны, сделало бы выбор для избирателя более осознанным. Як ви оцінюєте процес виборчий з принципу демократичності, прозорості, чистоти виборів порівняно з іншими роками? Чи маємо ми покращення?
Я считаю, что первое, у нас стало гораздо больше пользователей социальных сетей. Я вижу, что они все же все больше и больше влияют на избирателей. То есть через них, в частности, я тоже пытаюсь рассказать о своих каких-то и о позициях. Так же делают и другие кандидаты, другие депутаты, другие партии. Я вижу, что тем не менее, например, есть вопросы, которые там не остались неизмененными. Мы, например, не видели с вами, вы заметили, что в городе реклама только лишь двух партий. И мы не будем их называть. Так, какие? Как вы думаете, другие партии хотели бы рекламироваться? Они, у них были бюджеты, если они в других городах это делали? То есть вот если мы говорим о нашем городе, то в этом случае почему-то им не дали. Кто и почему так, не треба дали? Треба роз'яснити, чому? Щоб розуміли глядачі, чому тільки так? Почему, что именно? Что, почему им не дали? Так, окремі партії мають більше білбордів, то есть, а інші взагалі не мають. Ті, які вообще, то есть, значит, этим партіям не дали возможности разместить на плоскостях свою рекламу на плоскостях. Кто и каким образом это сделано, это, наверное, вопрос не ко мне, а к правоохранительным органам. Добре, але давайте зачепимо тему дочасних виборів місцевих, маю на увазі. Цікава ваша думка, знову ж таки, якщо порахувати, то якщо вони будуть осінню, весени цього року, то це вже будуть четверті такі повноцінні вибори в Україні. Наскільки вони можливі, як ви вважаєте? Ви знаєте, во-первых, я вважаю, що от вибори для настоящего депутата они начинаются с момента оглашения результатов предыдущих выборов. Вот когда человека избрали, вот началась уже следующая, пошел отчет следующей избирательной кампании. И мы видим сейчас, что те кандидаты, которые заранее готовились, которые работали на округе, пытались себя проявить на округе, они действительно имеют очень серьезное преимущество перед другими кандидатами. Что касается возможности проведения таких выборов осенью, но с точки зрения логики коалиции, которая будет создана, о том, что в случае их победы, им нужно будет эту победу закрепить еще и на местном уровне. И это будет логично провести как можно быстрее провести выборы местные, пока рейтинг каким-то образом не стал проседать, что не позволит им также развить свою победу и на местах. Но опять же, очень много вопросов. Как мы видим, как тяжело было сформировать список из 100 человек, из там, 200 человек, которые и будут идти, шли кандидатами в депутаты в парламент. Представьте, что им сейчас нужно будет сформировать 20 тысяч человек, 20 тысяч таких кандидатов, а может и больше, которые бы баллотировались в депутаты на местном уровне. То есть это много еще всяческих еще вопросов, на которые нет у меня ответа. Я не знаю, как они думают, что поставят ли они это в приоритет. Либо же они займутся формированием правительства, что для них действительно на этом этапе более важно. Формированием правительства, формированием органов правоохранительных органов, то есть начнут менять кадры в этих органах власти. На вашу думку, знову ж таки, повертаючись до попередніх спікерів, була висловлена цікава позиція щодо терміну, на який ми обираємо слуг народу, депутатів. 4-5 років – це багато. Ви знаєте, у мене є альтернативне мнение по цьому вопросу. Я считаю, что мы видим, что когда у нас проводятся выборы каждые 2 года, мы видим, что это каким-то образом стимулирует власть. Мы видим позитивные изменения перед выборами, но мы каждый раз тоже становимся перед риском каких-то резких изменений. На мой взгляд, парламент и, может, даже и другие органы стоило бы разделить на 3 части. Делать так, чтобы через каждые 2 года, например, они менялись на 1/3. Таким образом бы у нас не было бы каких-то резких изменений, партии были бы заинтересованы и депутаты работать постоянно, и в этом случае у нас был бы этот процесс, он происходил бы более
планомерно, более органично происходили бы изменения. А питання, яку третину треба міняти, а яких людей? Ви знаєте, я варіанти можна, это уже второй вопрос. Как с этим определиться? Там, в алфавитном порядке, тянуть жребий, еще как-то определить. С этим, если это важно для страны и полезно для государства, ну, извините, кому-то, может быть, не повезет, что ему придется избираться сразу. Но, избравшись через два года, еще когда он, его свежо общение с депутатами, он на следующие пять лет будет уже спокойно себя чувствовать и спокойно работать. Цікава ваша думка стосовно проекту «Держава у смартфоні». Він ініційований, наразі йде голосування стосовно певних його пунктів. І мене цікавить ваша позиція стосовно електронного голосування. Наскільки це близька для нас перспектива, якщо процес розпочати, перші кроки вже є? Чи все ж віддалено? Я уверен, что мы все равно рано или поздно к этому придем. Чем раньше мы начнем это тестировать и проводить какие-то, запускать, может быть, какие-то пилотные проекты в этом направлении, тем лучше. Что касается ну, электронного государства, конечно, я поддерживаю. И, конечно, это было бы замечательно. Почему мне всегда этот вопрос, мы должны получать какие-то справки, не знаю, там, о несудимости, если государственный орган сам может это получить? Зачем нам стоять в очереди, эти электронные очереди? То есть у нас, мы идем по пути того, что у нас весь мир, он становится, у нас уже не только государство, у нас весь мир уже скоро будет в смартфоне. Мы сейчас половину жизни, то есть из услуг, которые мы получаем, их возможно заказать через, либо получить непосредственно по телефону, либо заказать там через телефон. Когда это можно было, я вот недавно только сделал, когда ты сидишь дома и заказываешь билет на поезд, и тебе не надо стоять в очереди, ты видишь этот билет, есть... И потом даже ты не просто сейчас видишь билет о том, что есть ли этот билет, ты можешь поручить боту следить тогда, когда появятся места на этом. Боже, ну и это очень, очень это замечательно. И действительно, возможности повысить качество жизни человека с помощью электронных сервисов, они практически безграничны. Дело в том, что у нас государство не маленькое. Одно дело провести такую реформу в государстве, которым там до миллиона жителей, либо в масштабах города, а другое — это запустить ее в такой большой стране, все-таки, так, как мы являемся. Так, и добре, якщо є інтернет, а якщо його немає, якщо це віддалені села, то... Вот это, но кроме того, когда мы это запускаем, интернет, когда у нас получаем большие данные, использование этих данных, обработка этих данных, то есть мы можем, это помогает все нам сделать нашу жизнь более рационально использовать те ресурсы, которые у нас есть. То есть направлять их в те самые нужные моменты, которые смогут улучшить жизнь и повысить качество жизни с минимальными затратами. Ну, в общем, замечательная идея. На самом-то деле не первый... я не считаю, что это какая-то новая идея. Практически мы не первый раз об этом слышим. Я надеюсь, все-таки у нынешнего там главы нашего государства и правительства, которое будет сформировано, что много усилий будет направлено на выполнение вот этого предвыборного обещания. Угу. Ваші прогнози, будь ласка, на як буде розвиватися ситуація, що далі? Чи готуватися дійсно до дочасних місцевих виборів? Ви знаєте, у нас сейчас вот ситуація буде следующая, то есть о том, что будет все-таки у нас избран парламент, и мы был запрос у общества на новых лиц. И вот как раз сейчас пойдет проверка вот этих новых лиц, которые попали в парламент. То есть Я считаю, что люди не меняются. Если человек там был, если это предприниматель, и он занимается бизнесом, вот он занимался до этого, попав в парламент, очень вероятно, что он тоже может поддаться соблазну дальше заниматься бизнесом и здесь. Я боюсь, что может происходить, мы можем увидеть некоторые переходы, неформальные переходы, когда людей будут перекупать вот этих тех непроверенных лиц. Мы понимаем, вот списки
Многие из них исключили на основании того, что люди нашли там информацию, и я приветствую, вот вы говорили о демократичности процесса. Когда такое было, что столько людей, несмотря на то, что были праймарис или нет, в связи с тем, что была негативная информация по лицам, что их столько исключили. И это вот одно из тех признаков о том, что общество меняется, меняются партии и меняются отношения между обществом гражданским и партиями. Так вот, после того, как произойдет избрание парламента, вот первый год и, может, даже в последующем мы увидим, сколько же, какие же ошибки были и были ли они совершены при формировании списков и кандидатов. То есть позволит ли это оппозиции, например, привлечь еще кого-то на свою сторону, докупив? То есть вот, будут ли идентифицированы тоже так называемые тушки в составе коалиции? Мы это с вами увидим, и я уверен, что такое может происходить. Ми побачимо, але чи можливі зміни, якщо ми обираємо цих людей на 5 років? Зміни, изменения в любом случае будут. Сейчас у нас, мы же с вами видим, что очень протестное настроение общества. Люди ожидают того, что изменения будут происходить. И, на мой взгляд, президент очень правильно сказал о том, что, когда его спросили, вот, а в какой, движется ли в ЕС государство, он говорит, не я определяю. Люди, народ определяет, куда оно движется. И если народ этого требует, настоящий политик это чувствует, и он должен, если он хочет остаться в тренде, то есть хочет остаться при власти, он должен и обязан, кроме того, выполнять волю людей, которые его избрали. Залишається розраховувати на вимогливість виборців. Давайте подивимося і на годиннику 19-та година. Результати голосування проміжні. Чи вже встигли проголосувати? 86% так. Ті, хто додзвонився. Вадиме, ми дякуємо вам за те, що долучилися до марафону. Готові вас відпустити і запросити наступного гостя. Вадиме, будь ласка.